Восточная музыка, пестрые наряды и завораживающие движения. В Иванове прошел традиционный фестиваль восточного индийского танца «Spring Quest». В этом году конкурс собрал более 250 человек. Участники приехали из самых разных регионов. Есть гости из Ярославля, Костромы, Владимира и других городов. Жюри в этом году особенно строгое. У нас впервые музыкант фестиваля и также судья – это Марсель Амирович, это Тунис. У нас иностранные гости, они будут играть, будет живое табло, будет импровизация под живое табло. Это вообще впервые в нашем городе, так что у нас даже международное жюри. Фестиваль проходил все выходные. В первый день на сцене юниоры, ребята до 18 лет. Некоторые танцовщицы совсем еще маленькие, им нет и 6, а вот требования к ним довольно серьезные. Девочки должны покорить жюри пластикой, красотой и манерой исполнения. Такие малышки исполняют такие па, такие красивые танцы. И это не то, что там развернулась в одну сторону, да, и прошла, а надо попасть четко в музыку. Нужно услышать определенный ритм и показать, что ты знаешь и владеешь этой техникой. Это очень серьезно. За хрупкими плечами этих девочек уже несколько лет занятий и побед на всероссийских конкурсах. Для маленьких профессионалов выступление не ограничивается одним танцем. Чаще всего они участвуют в нескольких номинациях. Я танцевала классику, я буду танцевать табло, индию и шоу. Надо уметь, если ты забудешь танец, импровизировать, надо уметь пластично выполнять движения, уметь выполнять манеры. Каждая из участниц готовилась к фестивалю несколько месяцев, отрабатывала элементы, отчитывала такты, училась привносить в свой танец определенные эмоции. Для этого девочкам важно знать истоки того или иного стиля. Мы танцуем такое направление балет-данс. Это пришло из индийских там танц, городах. Я сегодня танцую танец сабли. Это танец, когда девушка провожает мужчину на войну. Считается, что танец живота сложный и тонкий, передает состояние внутреннего мира. Все участницы Spring Quest, без сомнения, вложили душу в свои выступления. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.